прошлись по табачным магазинам. Сотрудники прокуратуры отправились в специальный рейд. Искали так называемые снюсы. Официально они запрещены, но бизнесмены продают их под видом никотиносодержащих смесей. Однако специалисты отмечают, безвредность снюса – опаснейшее заблуждение. Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака. Причем те, кто заменяют их сигаретами, больше подвергаются воздействию токсичных веществ, нежели обычные курильщики. Снюс остается во рту дольше, а значит и вредные химические вещества больше воздействуют на организм. Снюсы опасны для потребления, опасны для жизни и здоровья населения. Особенно большую опасность они представляют для здоровья беременных женщин, подростков. И поэтому нами было решено пресечь их распространение на территории региона. Также специалисты отмечают, что снюсы сейчас популярны среди молодежи, хотя многие не задумываются о последствиях их употребления. Ведь один картридж приравнивается к 7 выкуренным сигаретам одновременно. От такого воздействия многие впадают в состояние наркотического опьянения.